Я знаю, что мне повезет. Здорово, что вы с нами, друзья, в это самое время на этом самом замечательном телеканале «Самара ГИС». Каждый будний день, и сегодня не исключение, мы подводим итоги розыгрыша, который запустили накануне в нашей социальной сети, в группе ВКонтакте, где уже вас почти 10 тысяч человек. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вступаете. Ну а почему бы не вступить, да? Ведь это интересный ресурс, наши новости и всяческая информация, полезная телевизионная кухня, ну и это же еще и главное условие для того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше. Увидели объявление о розыгрыше, вступили в группу, если вы еще не там, сделали репост себе на страницу, сохранили его до как раз-таки момента проведения и оставили комментарий. Обязательно обращаю ваше внимание, друзья. Оставляйте комментарии, смотрите, чтобы они не повторялись. Ну и, конечно же, помните, что у нас принцип лото, поэтому бочонков у нас всего в мешке 90, больше пока не придумано, и новых правил в этой игре не добавлено, поэтому после 90-го нет смысла оставлять свой комментарий. Ждите следующего раза, и, конечно, я знаю, что вам повезет. Кто же сегодня будет своими прекрасными руками вершить вашу судьбу? Я думаю, что сейчас с большим удовольствием вы с этим человеком и познакомитесь. Фея красоты телеканала «Самара ГИС», наш визажист, гример Настя. Настя, здравствуй. Здравствуй, Юль. Ну что, сегодня ты здесь в эфире. Обычно мы по ту сторону, да, экрана с тобой общаемся, а сегодня ты вот лично присутствуешь здесь. Скажи, страшно ли тебе, трепетно ли как-то? Ну, трепетное ощущение, потому что прям интересно, кто у нас сегодня выиграет. Да, потому что сегодня у нас приз один действительно есть заветный, а второй дополнительный бонусный. Я действительно надеюсь, что Настя сейчас пока будет мешать, а я оглашу, так сказать, что мы сегодня разыгрываем и подводим. Билет на концерт замечательный, просто императрицы российской сцены Ирины Аллегровой. И вот утешительный приз, мне кажется, потому что очень многие будут плакать, если не попадут на концерт. Билет в кино. Настя, сейчас все эти вот люди, которые оставляли комментарии, держат пальцы крестиком и просто-таки в предвкушении. Давай, не подведи. Не смотришь. Итак, пам-пам. Номер 7. Номер 7. Счастливая семерка. Счастливое число. Ну, вы просто молодец. Прям рада за вас очень. Ну что, утешительный приз кому достается. Кныкать сейчас кто-то будет, но все же в кино отправится в приятной компании. Что же это за номер? Номер 69. Номер 69. Итак, выигрышные номера сегодня 7 и 69. Мы вас поздравляем, Настя. Спасибо тебе большое. Отвечаешь за то, что здесь все было чисто, не подкопаться и двойных... Конечно. Каких-то там мешочков у нас нет. Мы никогда не обманываем своих любимых телезрителей. Все правильно Настя сказала. Ну а прямо сейчас, друзья, отправляйтесь в группу телеканала «Самара ГИС» на выходные. Запускаем розыгрыш еще замечательных призов. Дерзайте, участвуйте. А может быть, розыгрыш будет и не один. И я знаю, что вам повезет. До встречи.